Всем привет, с вами Катя, и я сегодня решила научить вас красиво рисовать розу. Тогда поехали. Сначала я нарисую эскиз розы, потом набросок, а потом буду раскрашивать фломастерами. Сначала я нарисую эскиз розы, и начнем мы с бутона розы. У нас должен получиться очень красиво. Я специально аккуратно рисую, чтобы вам понравилось. Я вот сейчас рисую шипы, скоро начну рисовать листья. Вот я уже нарисовала первый листочек, сейчас рисую второй. Посмотрите, какая у меня получилась роза. Но мне надо пройти еще два этапа. Мне надо сделать сейчас контур розы более темным. Вот получился у меня набросок розы. Дальше нам еще остается ее раскрасить. Контур бутона у меня будет малинового цвета. Листья и шипы будут темно-зеленого. А листья будут у меня вот такого светло-зеленого цвета. А сам бутон розы будет красного цвета. Сейчас я раскрашиваю бутон розы. Вот скоро его и закончу. Сейчас закончила. Теперь я буду раскрашивать стебель розы и шипы. Смотрите, какая у меня красивая роза получилась. Надеюсь, вы тоже
также сможете нарисовать. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал.